Уже 16 лет компания «Техноком» известна на рынке как крупный поставщик спутниковых систем на транспорте. При этом, помимо внедрения системы заказчику, обратившемуся в «Техноком», обеспечено полное сопровождение процесса с круглосуточной техподдержкой и гарантирован эффект от принятого решения. Это деньги заказчика. Это не просто наблюдение, это не просто интерес, где находится машина, там, транспорт или прочее. Да? То есть, если это рефперевозки, соответственно, мы помогаем спасти груз, например. Да? Потому что там, перевозка рефрижератором – это несколько миллионов рублей, которые там находятся. И в случае его поломки, где бы это ни было на просторах нашей Родины, то есть мы реагируем, мы сообщаем, мы даем инструмент. Реалии современного мира приводят руководство многих организаций к жесткому контролю. Одной из сфер, которым такой контроль требуется – перевозки. Проследить, сколько израсходовано топлива и каким образом возможно. Так выглядит датчик контроля топлива и сам трекер. Терминал, который передает данные на сервер. Используется практически на любых транспортных средствах для контроля уровня топлива. Диспетчера могут отслеживать заправки, сливы, то есть и, соответственно, сам расход топлива. Контроль со стороны руководства над ГСМом полный. Вот, то есть контроль заправок. Также у нас есть предложение по интеграции, в общем, с топливными картами. Соответственно, можно смотреть, сходятся ли заправки или не сходятся, на тех ли заправках заправляются или не на тех. То есть это все можно отследить онлайн. Свою специфику имеет каждая отрасль. Перевозки общего вида – это долгие переезды по относительно хорошим дорогам. Фермерский транспорт – небольшие расстояния, но определенные нюансы, связанные с сельским хозяйством. Техноком решает задачи любого заказчика. Для такого эффективного взаимодействия наработаны тесные партнерские отношения со многими компаниями, одной из которых и является компания «Кварта Технологии». Это крайне востребовано, потому что, ну, опять, мы все понимаем, что время, в котором мы живем, непростое, на самом деле, и все задумываются о, как это не пафосно звучит, о повышении собственной эффективности, снижении потерь, увеличении выработки, и мы просто даем эффективные средства для этого. Если брать отрасли, в которой мы наиболее представлены, это транспорт любого вида, как общего назначения, так и специализированного, сейчас сложно представить владельца транспорта, который бы не применял те или иные телематические решения в своей деятельности. Сегодня на рынке немало компаний, которые предлагают базовые функции спутникового мониторинга, местоположение, расход топлива, скорость стоянки, остановки. В отличие от них, Техноком предлагает комплексные решения, которые действительно гарантируют повышение эффективности работы и экономят значительные ресурсы заказчика. О доверии заказчиков лучше слов говорят несколько тысяч оборудованных мониторингом транспортных средств, собственные филиалы компании, которые расположены в разных городах Центральной России, и широкая партнерская сеть от Калининграда до Камчатки. За почти два десятка лет реализовано несколько крупных проектов федерального масштаба с государственными и коммерческими структурами в различных отраслях народного хозяйства.